Образцовый хореографический ансамбль «Нуршашу» известен своими многочисленными победами на конкурсах различного уровня. Свои таланты воспитанники продемонстрировали и на открытом уроке. В нашем ансамбле «Нуршашу» ежегодно проходят открытые уроки для родителей. И для нас это очень такое важное, трепетное именно руководителей события, потому что мы сдаем свою работу нашим дорогим родителям. И получается обратная связь. Родитель смотрит и получает счастье, момент радости за успехи своих детей. Ну, а мы, конечно, демонстрируем навыки, умения, то, чем мы учим своих детей на уроках хореографии. В ансамбле «Нуршашу» ведутся уроки акробатики, уроки хореографии. Ну, и вместе с этим, конечно, дети познают разножанровые стили, которые существуют вообще в хореографии. Хореография – это элитный вид искусства. Вот раньше в Имперском театре, когда открылась школа искусств вообще в Санкт-Петербурге на улице Зодчего Росси, там было очень много всяких театральных направлений. Велись уроки художества, пение там было, значит, драма была и балет, конечно, был. И вот самое-самое простое было, дети, которые менее одаренные, конечно, попадали в драму или еще куда-то. А вот занятия именно балетом, классикой, это подвластно далеко не всем. Ну и что самое удивительное, даже те дети, которых мы же не отбираем прям вот супер, у нас же все-таки это обычный танцевальный коллектив образцовый, это даже не школа танца. Но тем не менее, вот эти уроки хореографии дают детям выворотность, основу, постановку корпуса. Другими словами, это сумасшедшее здоровье. И это очень важно на сегодняшний вообще день для наших детей, особенно когда у нас там и изоляции, чего только нет, и школы отменяют, и все отменяют, но мороз не мороз, в Нуршашу занятия проходят. Многие занимаются в ансамбле уже на протяжении нескольких лет, при этом интерес к хореографии становится только сильнее. День открытых дверей, можно так сказать, открытый урок, это оказалось очень волнительно, что для нас, что для родителей. Мы очень готовились, урок прошел в принципе хорошо, все было замечательно. У меня на уроке была бабушка, и она очень хвалила, что Ирина Анатольевна, что наших девчонок, потому что мы очень старались, она сказала, что мы очень красивые, очень трудолюбивые, и вот. Ну, для меня тоже это было очень волнительно, но все прошло хорошо. На сегодняшний день в ансамбле насчитывается 14 групп. Сейчас воспитанники готовятся к предстоящим конкурсам и уверенно настроены на победу.